Всем привет! Сегодня паяю готовый набор 3D светодиодного куба. Признаюсь, что сборка стала для меня по-настоящему увлекательным процессом, и начал я с проверки светодиодов. Что удивило, все исправны. Всего их 64, у каждого по 4 ножки. Одна общая и 3 соответствующие каждому цвету RGB. Шаблон удобно размещается на самой плате управления. Чтобы обеспечить подключение, необходимо хитро загнуть ножки, чтобы они обеспечивали соединение каждого из каналов по отдельности и не пересекались между собой. Ряд за рядом припаиваются они друг к другу, образуя в результате решетку 4×4. Таких решеток надо изготовить 4 штуки. Снова проверяю и нахожу отсутствие контакта в третьем столбце. Два верхних светодиода оказалось не подключены к синему каналу. Затем собирается плата управления. 4 контакта разъема при таком расположении слева направо для подключения к Arduino обозначил на фотографии. Для пайки микросхем использую пасту. Паяльный фен, что доставляет особое удовольствие. Отпаиваю светодиоды к плате управления. Единственное, что добавил к конструкции, это белая подложка. Провода от платы управления подпаиваются к каждому цвету каждого ряда светодиодов. Всего их получается 12. Результат работы встроенной программы впечатляет. И теперь хочется попробовать запрограммировать самостоятельно уже что-нибудь свое через Arduino. Если видео вам понравилось и было полезно для вас, не забывайте голосовать и подписываться на канал. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.